В редакцию программы обратилась ухтинка Александра Ланцова, рассказав о своих неприятностях по пути из Сыктывкара в Ухту. В минувшее воскресенье в районе поселка Чиньеворок ее автомобиль усыпали грудой щебня. Камни вылетели из кузова, проезжающей навстречу фуры. По словам девушки, грузовик ехал со значительным превышением скорости, и его кузов не был прикрыт тентом. Следом летит вторая фура, и меня еще закручивают этими камнями. Ну, короче, вот результат. Разбитое стекло, весь поцарапанный капот, номер весь. И вторая машина тоже пострадала, ехала следом за мной, фары разбиты. Короче, вот так вот. Если бы стекло не выдержало, я думаю, я с вами бы здесь не стояла. Девушка не успела запомнить номер грузовика. Найти нарушителя теперь не представляется возможным. Машина не была застрахована по КАСКО. Следовательно, исправлять повреждения придется, к сожалению, за свой счет.